Всем привет, друзья! С вами Валёк, и мы продолжаем играть в State of Decay. В прошлой серии мы оборвали миссию по спасению девушки, но я нашел другого студентика, вот такого, который мне должен помочь найти эту девку. Сейчас я возьму снарягу с собой и, в принципе, пойдем. Так, что тут есть? Топор? Бери томагавк. Он тяжелый, сволочь, да? Секатор. Бери. Надо взять гранаточек. Нет, одну оставим. Этот запас энергии устанавливает, а это анальгетики. Блин, надо скоро идти за припасами, а то ничего не осталось уже медикаментов. В принципе, вертолет приземляется постоянно, но это как-то не помогает вертолет. Так что медикаментов нету, надо, блин, искать, ходить искать. Играю в игру, кстати, только на камеру мы с вами играем. Один я в нее не играю, конечно, надо миссии проходить. Вот в том месте надо продолжить поиски Мэдисон Грант. Это аспирантка доктора там, какого-то. Уже не помню. Доктора как кто? Доктор кто? Так, о, приятная машинка. Считай, новая стоит. Поедем в ней. Нам же нужно куча места. Опять в далекие дали ехать. Ну, не особо далекие, карты здесь не особо огромные. О, джип вообще никак не поворачивает. Оу. И, блин, у меня этот звук, как этот крикун, как кричит, просто душу вынимает в наушниках. Резко как завизжит. Да что ж ты, вообще ужасная машина. Не поворачивает она. Так. Далеко ли еще? Да уменьшись-то. Еще далеко. Он валяется, притворяется. Не, я не попадусь на это. На ваши зомбяческие улыбочки. Машина ржавая такая. Или уже в кровище. Кровище. Дерьмище. Так, ну давай. Военные все пытаются разработать вакцину. Но поскольку сам докторичка выстрелил себе в бошку, поскольку был заражен. И у нас есть его жена. И сейчас отправляйся за поисками аспирантки. Кстати, блин, автомат надо было этот выкинуть нахер. Уже бегут. Я что, так громко езжу, что ли? О, студентик, вот это я понимаю. Так, мне нужны анальгетики. Сам добьет. О, молодец. Че, выбивать придется? Че, нашли? Мэдисон Грант. Послали за вами вертолет, он прибудет. А, докторичку зовут Горн. Доктор Горн. Она будет помогать теперь в новых исследованиях. Вот память, мы работали вместе. В смысле, в лаборатории, но в основном там. Они проводили много вместе времени. Там зомбя. У него была теория о том, что простейшие формы жизни дают толчок появлению более сложных организмов, если рассматривать их как пищевые цепочки, а не как отдельные организмы. Зомби, ты мешаешь нам говорить. Мисс Грант, просто мне надо убедиться, что вы действительно ученые, а не подружка доктора Горна.
Я и ученый, и его девушка. Девушка. И эти понятия взаимозаменяемы. Ты что, блин, сделал, негр? Возьмите меня с собой, я вам пригожусь. Прямо как в сказке. Брок, вы возьмете же меня на борт, да? Да не знаю, это, наверное, совсем бесполезный. Так, может, здесь что-нибудь вкусное есть? Ну, там что-то есть. Я слышу жердяя. Это не есть хорошо. Что, может, обыщешь? Я надеюсь, через заднюю дверь никто не ворвется. Ну давайте, девушки, защищайте. Так, сюда. Так, сюда еще собирателей надо вызвать. Еще бы эти, блин, с собой рюкзаки брали, вообще замечательно. И здесь сейчас собирателей я не могу. Так. Надо здесь форпост основывать, поскольку это и бензозаправка, в принципе. Надо будет на обратной дороге опробовать вот эту вот фигулину. По воспоминанию. Да умри ты уже. Пей таблетки. Все, валим. Что-то они прям, я не знаю. Давай форпост. Основу. Ресурсы. Еда. Почему плохая? Я полностью обыскал это место. Жалко, столько ресурсов просто так теряется. А с форпостом было проще запомнить, куда мне переть. Да блин, как выбивать двери, так... Опа! Отвали! Пойдем отсюда. Джип а-ля GMC, да? General Motors. Все, валим отсюда, нафиг. Бабу нашли. Чё? Проводить выжившего. Куда? А, это мне машинку скинули, нормально. Зашибись, сейчас все погрузим. А, форпост основан. Отлично. Машинку скинули. Значит, париться об этих машинах не стоит, и у них их бесконечное число. Но там зомби уже хреново тонну просто. А запасики бы я бы забрал. Ну ладно. Здесь форпост, вернемся. Хоть и опасный форпост, но все равно. Хера там звуки. Вот у этого пикапа с управлением все нормально. Давайте-ка толпу зомби подожгем. Садимся, 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 садимся. Блять. Садись ты, ёп. Пора, сука. О, салют какой. Отлично. Просто. Ну, правда, никого толком не убил. Зато салют шикарный. Короче, если... Достижение открыто. Первым делом самолета. Да. И если переборчишь со скоростью прямо в этот щит рекламы. А вот и чувак бежит. Пешком. Нет бы машину взять. Я бы хрен пешком так далеко пошел.
Тихо. Ты чё, видели, как машина заглючила? Это просто она дергалась, ехала и дергалась. Так. Отлично. У нас в запасе еще одна тачка. Найди вакцину, ладно. Спасибо. Помогу, чем смогу. Надеюсь, ты поможешь избавиться от этой фигни. Снежный человек вызывает черного Роджера. Высылайте подкрепление в мой квадрат. Я в тоннеле рядом на шоссе. Роджер вызывает. Кто это там? Мне уже надоело слушать, как тыловые крысы вроде тебя ноют в эфире каждый день, тем самым приближая конец света. Греби сюда, мне нужна твоя помощь. Обсуждать позывные будем потом. Свали с этой частоты, она только для серьезных дяток в военных формах, которые... В общем-то, я тут наш гребаный мир спасаю, идиот. Снежный человек говорит. Я нашел ключ к решению проблемы в моем возрасте. Сейчас я мечтаю только о том, чтобы свалить из этого дома на туннеле. Хочешь добраться живым из этого дерьма? Тогда забери меня отсюда. Он серьезно? Кому как, но для меня это лучший спектакль с того момента, как закрылись театры. Друзья, у нас еще один звонок. Расскажите нам, что случилось. Привет, меня... Простите, я не знаю, что сказать. Я в здании. Думаю, они в курсе, что я здесь. Я слышу, как они скребут в дверь. Пожалуйста, кто-нибудь помогите. Кто-нибудь. Вот такой звонок. Дэвид какой-то звонил. Ах, сейчас спасать за Дэвида. Жопа Дэвида. Пойдем. Так, сначала автомат. Сломать, удерживается. Короче, если оружие заклинило, его только ломать. Да? Так, и что бы мне взять такое? А у меня какие патроны? 5.56, да? М4, давай берем. Еще пару аптечек. Вот это что заглушает шум выстрела довольно-таки. О, то, что надо, глушак. Сейчас мы его и наденем. Так, что еще тут есть интересного? Серьезно притупляет боль, но не помогает. Значит, сначала глотаем морфий, а потом уже анальгетики. Слишком много зомби. Да, кто бы сомневался. Так, здесь беженец. Здесь что, форпост? Прикрой меня. Тут здесь за хреном надо за каким-то ехать. А кого бы взять с собой? Все, наверное, блин, спят. Анальгетик. Давай морфий. Да, ты что? Если ты полудохлый, что с тобой еще делать? Нужно прикрытие. Как ни крути, нужно прикрытие. Что там делаешь? Жрет, сидит? Может, пойдем со мной, а? Что-то не хочет. И отказывается. Пишет, что отказывается. Не может сопровождать вас и отказывается. Короче, блин. Пойду умирать один. Что теперь сделаешь? Такие вот люди у нас. Его спасли, а он, блин, отказывается, видите ли. Хрен, блин. Студентик, блин. Да ладно, не пищите его. Надо вот этот будет джип с середины вытащить. Чтобы не мешался. О! Сигнал. Можно так привлекать зомби. Давай! Собиратель прибыл и приступает к поиску. Да там все найдено, ты только собери. И все. Да, тихо. О-хо-хо-хо. Вот если машина переворачивается, он сразу вылетает из машины. Что за фигня? Зачем? Вылетает просто. Трудно переждать в машине, что ли? Зона скопления зомби. На подходе толпа зомби.
Везде зомби, да здесь просто надо выживать капитально. Так, мне, в принципе, еще далеко. Так, надо маячок брать. Какая толпа из двух зомби? Это толпа? Ну, там еще парочку, да. Давай, полетаем. Фу, отлично. Просто замечательно. Так, мужик, походу, делал в этом туннеле сидит. Че? Давайте тут спустимся. Ну, блин. Помощь нужна. Етическая сила. Да здесь ими все кишит. Ё-моё, да на меня хакнули, что ли? Да. Надо что-нибудь другое взять посвежее. Залезай. Сейчас мы их там, блин, сделаем. Сделаем просто. Там их прям, я не знаю, все кишит. Он в ящике, что ли, сидит? Он хрень харкается. Индикатор уровня угрозы под мини-карты предупреждает о надвигающейся на базе атаку зомби. Ну давай. Садись, хрен, садись. Садись, блин, тупой снежный человек. Да ты не снежный человек, ты хрен какой. Блин, все надо делать самому. Жри таблетки. На тебе гранатку. Ох, смоковый взрыв. А теперь, снежный человек, не будь ли вы так любезны взять свою попу в руки и сесть в машину? Или ты только пешком ходишь, что ли? Ладно, пойдем пешком. Или с тобой надо прежде провести беседу? Ты как раз вовремя. Мы натруженными ногами, нужен отдых. Веди меня на базу. Пойдем, пойдем, я тебя уже давно веду. Да, здесь творится просто. Поедем на крутой тачке. Тупит снежный человек. Мир он спасает. Господи, идешь на рекорд? Конечно. Фарш он. Такой фарш. Так, ну что, он сам справился. А вы говорите, помогите. Меня зовут его святейшество сержант Кепли Эйдридж III, потомственный дворянин на то. Знаешь, я ведь мог просто бросить тебя в туннель. Ах да, простите, не знаю, что... Ты нанялся меня нянчить, научиться говорить «пожалуйста» или «спасибо». Так что здесь такого необычного, что у тебя нет разрешения? Нет, у меня нет терпения. Просто отвези меня обратно на базу, я говорю со своим командиром, мы быстро решим этот вопрос. Я надеюсь, я не бубню, как старый хрен какой-нибудь. Приходится быстро читать. Бам. Тут машине уже плохо. Я, кстати, проехал. А, ну, блин, задом ездит так же, как передом. О, сейчас скоро нападение будет, я так понимаю, на базу. Пойдем.
Снежный человек. Снежный человек. Так, миссия закончена. Командир отряда «Дальняя дорога». Не знаю я никакого сержанта Синжарта Энвиджа. Мы провели операцию вместе. Так этот парень тут на задание? Понятия не имеет. Думаю, этот парень из отдела спецоперации, а что он тут делает, можно только догадываться. Я скажу, чем я занимался. Возился с одной из тех назойливых безруких тварей, пытался взять. Командир приказал сделать биопсию, сказал, что ради такого дела жить, положить сержанта. Короче, я не успеваю. Читайте. Я еще не закончил свои дела, у меня тут список зомби, которых нужно прикончить. Да, еще, мне нужен доступ к разведданным, так как моего командира нет. Сэр? Не разбрасывайся людьми, они нам пригодятся. Но в одиночку он охотиться на зомби больше не будет, уже раз спасали его. Хочешь быть в курсе операции, будешь выполнять наши приказы, ясно? Слушаюсь и повинуюсь, сэр, говорит снежный чувак. Ну, он как-то не особо. На тебе гранату, блин, взял гранату, блин. Нет бы зомби швырнуть, а я, блин. Давай, на. Помогает, смотри. Одиночный. Отлично, есть одиночный. Как перезарядиться? Перезарядиться-ка. Хрен узнает. Как перезаряжаться? Ну что ты, патроны только зря тратишь. Да дай его кинжальчиком своим. Аба, аба. Ну вот так развлечься просто не дает. А осады я смотрю все чаще, не? Или мне кажется? Какая дырка у меня скрылась. Тоже на заборе повысь. О, блин, такие куски мяса висят. Да, их тут что-то прям. На заборе просто толпа зомби висит. Оставим всех на заборе висит. Блин, сколько мимо выстрелило? Нет, скинулись. Не выдержал забор. А это висит. Так, там стороны осаждают. Так, залази. Я тоже винтовку хочу, я вообще обожаю винтовки. В любой игре мне больше понравились винтовки почему-то. Не знаю, может и за меткость и убойной силы. Нет, не штурмовые, обычные винтовки. А мне патронов нет, Бегом, бегом. Давай, давай, давай. Вертолет какой-то летит. Возьмем две гранатки. И чтоб еще патронов просто надо немерено. Я уж почти все патроны забрал. А вояки мне уже, по ходу дела, не пришли больше патронов. На! Пах! Ха-ха! Бах. Бедный чувак, я вовремя гранатку кинул. Он там бежит, бедный, несчастный. Гранат больше нету, жаль. Жаль. Надо чувака спасать. Вот от этой зеленой хрени особенно, прыгучей. Тарзаны. Блин.
Смотри, еще обходит. А вот этих бронежилетах надо вручную мочить. Ютить. Крабсить. Жиртрест прорвался. Блин, вообще. Вообще. Погибает все и вся. Все забрать, все. Так, как режим стоять? Ятить, кастить. Сейчас не дай бог, все помрут. Ё-моё, это ж будет хреново. Ё-моё, всех раскромсал. Да, блин, атаки все сложнее и сложнее. Чё, еще идет? А это не сдох, смотрите. Давай вместе, бок о бок. Блин, они убили этого чувака там какого-то. Да. Да, о, блин, вообще, у меня просто слов нет. Отлично. Фу, блин, чуть не помер. Чуть не помер, буквально. Так, это... В броне, блин. Этого надо так мочить. Чё, ударил с головы и помер? Давай, чини вороту. Да когда ж они кончатся? Жестокая осада просто. Да не надо. Блин, взял и сдох. Есть только один выход. Порвали. Фарш. Блин. Жалко, такой негр хороший был. Ну и что? Да. Обидно, жалко чувака. Старался. Так, девушка. Значит, ты теперь мой командир. Да, конечно. С вашим оружием вызывает дальний дорогу важная информация. Мэдисон Грант убит. У нас целых ворох записей, но никто не может в них разобраться. В следующий раз, когда будешь кого-то спасать, сделай это так, чтобы они при этом не умерли. Конец связи. Понятно. Мы тут что, вдвоем на базе, что ли? Генерал недоволен. Так что так. Бедный чел. И этого тоже кикнули. Точнее, это даже баба. Убили. Потерю. Такая вот у нас потеря, друзья. При очередной осаде случилось непоправимое. Мы потеряли и студентика, и бабенцу эту грохнули. Тоже порвали в части. Ё-моё. И студентку эту, аспирантку, блин, тоже порвали. Чё её спасали? Ё-моё, как же теперь? Вот как теперь? Я не знаю. Так что вот такие вот дела, друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на новое видео. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Ссылка будет в описании. А продолжение в следующей серии. Что будет дальше, неизвестно. Пока.